Мишель Мерсье вошла в историю мирового кинематографа как одна из самых красивых и желанных актрис. Француженка мечтала о семье, но все попытки создать ее завершились крахом. А Мишель грезили многие мужчины, а женщины старались ей подражать. Со стороны казалось, что у нее безоблачная жизнь, но на самом деле мало кто знал, что она была несчастлива. Трудная жизнь у будущей актрисы началась с самых пеленок. Она родилась в союзе итальянки и француза, которые владели фармацевтической компанией. Родители надеялись, что их первенцем будет мальчик, который унаследует их семейное дело и выведет его на новый уровень. Семья Мерсье получила совсем не тот новогодний подарок, который ожидала. 1 января 1939 года на свет появилась Жаслин Мерсье. Мать девочки сразу же ее не взлюбила, а отец практически не обращал на нее внимания. Жизнь родителей облегчилась и стала иметь какой-то смысл, когда родилась их младшая дочь Мишель. Жаслин с тех пор всегда была в тени своей сестры, которую мама считала скромной и умной, а ее никчемной, глупой, вредной девочкой. Родительница полностью посвятила себя Мишель, а о старшей дочери буквально забыла. Возможно, здесь была замешана женская зависть, ведь с самых ранних лет Жаслин росла привлекательной девочкой, которая с годами становилась все краше. Будущая звезда хорошо училась в школе, но все ее мысли были заняты балетом. Несмотря на то, что у девушки не было хороших физических данных, она стала ученицей балетной школы и старалась доказать, что она будущее этого вида танцев. Учиться было тяжело, как физически, так и морально. Однажды учитель сломала о ее спину метелку, наказывая за то, что она не очень ровно держится. Именно тогда Жаслина решила, что больше никогда не будет жаловаться на боль, а о слезах забудет навсегда. Но жизнь ей преподнесет еще немало более сложных уроков. Первый из них не заставил себя долго ждать. Вскоре после проведенной операции по удалению аппендицита она отважилась выступать на конкурсе, забыв о боли. Перед самым выходом на сцену она узнала, что ленты пуантов обрезали, а когда устранила эту проблему, поняла, что в них насыпали гвозди. Превозмогая боль, она вышла на сцену и выступила так, как будто ничего этого не было. Результатом такой самоотверженности и любви к искусству стало не только первое место, но и попадание в больницу. Родители, которые приехали навестить дочь, как всегда, не придали этому событию большого значения, посчитав, что Жаслин поступила глупо, жертвуя собой. Вскоре в семье случилось горе. Умерла их любимица Мишель. С этого момента старшую дочь они вообще перестали замечать. Им не нравилось ее увлечение балетом, а также постоянные ухажеры, которые пытались добиться ее расположения. Вскоре девушка поступила в театр оперетты, где повстречала актера и певца Мориса Шевалье. Когда-то он предсказал судьбу Мирей Матье и Шарля Азнавура. То же самое он сделал и с Жаслин. Он пророчил ей большое кинематографическое будущее и советовал перебраться в Париж. О кино Мерсье ничего и слышать не хотела, но в столицу все-таки отправилась в качестве балерины. Здесь она устроилась в театр и стала его примой, но на этот раз ей не удалось долго задержаться на работе. Театр вскоре распустили, а Жаслин вновь посоветовали податься в кинематограф. Чарли Чаплин и Артур Рубинштейн были сражены и пленены ее красотой и талантом. Однако балерина стояла на своем и отправилась искать счастье в Лондон. Все ее надежды рухнули, когда худрук вызвал ее к себе и намекнул, что одного таланта мало. Жаслин заверяла его, что будет работать еще больше и сумеет доказать, что она достойна лучшего. Однако мужчине от нее нужно было совсем другое. Он прямо предложил ей вступить с ним в интимную связь, а если она хочет стать настоящей примой, посоветовал ей сделать то же самое с его помощником и продюсером. Жаслин, которая всегда верила в любовь и считала, что в ее жизни будет лишь один мужчина, выбежала из кабинета, а худрук вслед ей кричал, что она об этом еще пожалеет.
Не придавая значения его словам, она решила отправиться домой к родителям. Тогда она еще не знала, что на ее балетной карьере поставлен крест, а родители совсем ее не ждут. Мать обвинила дочь в разгульной жизни, считая, что в Лондоне она занималась не танцами, а совсем другими вещами. В это время судьба, которая порой к ней жестока, посылает счастливый билет. Билет в кинематограф. В их город приезжает съемочная группа и обращается к главе семейства Мерсье за аптечным реквизитом для нового фильма «Поворот дверной ручки». Они долго искали актрису на второстепенную роль, но никак не могли найти подходящую девушку. Когда создатели картины увидели рядом с отцом Жаслин, они поняли, что именно она должна принять участие в их проекте. Мерсье, которая всегда была против кинематографа, не могла принять их приглашение, но после уговоров отца все-таки решила попробовать сняться. Единственное, что смущало режиссера в девушке – ее имя, которое казалось ему слишком грубым и совсем неподходящим ей. Он предложил девушке взять псевдоним и стать Мишелью. Так звали известную кинозвезду Мишель Морган, которая тоже снималась в этом фильме. Когда Жаслин сообщила родителям, что собирается сменить имя, они неожиданно обрадовались. Через много лет актриса призналась, что ей больно терять саму себя и занимать место сестры. Фильм «Поворот дверной ручки» стал настоящим поворотом в ее судьбе. Красивую и умеющую держаться в кадре актрису стали приглашать в новые проекты. Но первое время ей предлагали играть легкомысленных молодых девушек, у которых не было ничего выдающегося, кроме обаяния и внешних данных. Саму Мишель многие тоже считали несерьезной девушкой, поэтому о главных и ярких ролях она только мечтала. Впрочем, впереди ее ждали большие перемены, а в 1963 году наступило время Анжелики. Тогда молодую актрису пригласили на пробы в новый проект, который должен был стать экранизацией серии романов «Анна и Серж Галлон». Мишель, прочитав сценарий, влюбилась в героиню, но не надеялась, что сможет заполучить эту роль. В списке претенденток она была на последнем месте. Мерсье уступала таким звездам, как Катрин Денёв, Джейн Фонда, Бриджит Бардо, но все они отказались от проекта, посчитав его неподходящим их статусу. Тогда победа была за Мариной Влади, но накануне съемок ее переманили в другой фильм. Осталась только Мишель Мерсье. Создатели фильма пригласили ее на пробы и предложили изобразить гнев. Актриса настолько разозлилась, что не сдержалась и накричала на режиссера, сорвала парик и убежала, хлопнув дверью. Со слезами на глазах она собирала вещи в отеле, жалея, что упустила такую важную роль. Однако именно эта сцена уверила съемочную группу в том, что Мишель – самая подходящая актриса, настоящая находка. Счастью Мерсье не было предела. Вскоре после выхода мини-сериала, съемки которого длились с 64 по 68 год, она стала настоящей звездой. Все женщины копировали ее прическу и также подводили глаза. Еще больший интерес она вызвала у противоположного пола. Даже сам принц Филипп, герцог Эдинбургский, во время приема отметил ее талант и красоту. «Маркиза Ангелов, вы заслуживаете того, чтобы быть принцессой», – отметил член королевской семьи. Несмотря на головокружительный успех, актриса не разбогатела благодаря этому фильму, так как ничего не смыслила в юридических делах и подписывала контракты не глядя. Кроме того, за ней прочно закрепился образ Анжелики, а во многих других картинах ее не воспринимали. Мишель после этого также снялась в фильмах «Гром небесный», «Вторая истина», «Леди Гамильтон» и многих других. Но все они были менее популярны, чем Анжелика. Кроме всего прочего, Мишель Мерсье, как ни странно, не смогла наладить свою личную жизнь. Многим всегда казалось, что она меняет мужчин как перчатки. Но на самом деле все было иначе. Друзья актрисы признавались, что она была слишком скромна, и эта черта характера лишала ее многих ролей. Во время визита в Голливуд один из режиссеров обещал ей покровительство, если она станет его возлюбленной.
Мерсье предлагали работать с самим Элвисом Пресли, но она была вынуждена отказаться, заявив, что фабрика звезд – это место разврата. По сути, Мишель Мерсье и ее героини – это совсем разные люди. Актриса не захотела устроить свою жизнь, даже когда во время визита в Рим на нее обратил внимание иранский правитель Мухаммед Резе Пехлеви. Из-за своей скромной натуры она была вынуждена отказаться от его заманчивого предложения, отметив, что их союз не сможет состояться. Первым мужем актрисы стал ассистент режиссера Андре Смаги, который сразу же заявил, что в их семье детей не будет. Мужчина вскоре после свадьбы начал выпивать из-за того, что не получает выгодных предложений, в то время как его жена с каждым новым проектом становилась все популярнее. Это приводило его в бешенство. После выхода сериала «Анжелика Маркиза Ангелов» Мишель боготворили все, но только не муж. Он считал ее роль жалким подобием мыльных опер. А когда понял, что жена намерена с ним развестись, подстроил автомобильную аварию. К счастью, Мерсье осталась жива, а Андре попал в психиатрическую больницу. Развод все-таки состоялся, но после него актриса практически осталась ни с чем. Тогда она вспомнила слова матери, которая с самого детства твердила дочери, что ей никогда не быть хорошей женой и матерью. После первого неудачного брака Мишель влюбилась в художника, имя которого до сих пор старается не называть. Этот союз тоже не принес ей счастья, поскольку мужчина постоянно изводил ее припадками ревности. А кульминацией их отношений стали изрезанные им на мелкие кусочки ее портрет, который он приклеил на стекло, и сильный удар, который он через несколько дней после этого нанес Мишель. С двойным переломом носа и рассеченными бровью и щекой ее доставили в больницу. О врачах ей еще долгое время не приходилось забывать. Мишель перенесла несколько пластических операций, чтобы избавиться от следов этих ее крайне неудачных отношений. В то же время ей нужно было сниматься в кино, ведь после развода денег ей едва хватало. Даже в такой ситуации Мерсье не оставила работу, а в некоторых съемках просила заменить ее дублершей. После этого ее сердце занял автогонщик и фармацевт Клод Бурило, который уже давно мечтал о ней. Несмотря на то, что актриса не любила его, она все-таки согласилась выйти замуж. Но и на этот раз без ревности не обошлось, а последней каплей стали многочисленные измены мужа. Кроме того, Клод переводил деньги со счетов жены на свой. В 1969 году Мишель встретила политика Анри Рено, который был первым мужчиной, получившим одобрение ее родителей. Мерсье казалось, что долгожданное счастье наконец-то пришло в ее жизнь, ведь муж не ревновал ее, не запрещал заниматься любимым делом, но, как позже выяснилось, не видел ничего плохого в похождениях, особенно своих. Актриса не захотела снова переживать измены, поэтому развелась. В любви ей почему-то никогда не везло, но неожиданно в жизни появился один вдовец – бизнесмен Адриан Янко. Мишель сразу же нашла общий язык с его детьми, согласилась променять любимую работу на семью и уже готовилась к свадьбе. Но ее радость была омрачена новостью о серьезном заболевании возлюбленного. У него обнаружили опухоль головного мозга. Мерсье всегда была рядом с ним, но болезнь он победить так и не смог. После смерти Адриана звезда кинематографа даже подумывала свести счеты с жизнью. Но вера в Бога и предложение вернуться в Парижский театр спасли ее от этого шага. Последним возлюбленным Мишель стал итальянский принц Никола Бонкомпани Людовизи, который давно восхищался ей и заставил снова поверить в любовь. Однако было одно препятствие на пути к их счастью. Принц был женат, а католическая церковь не соглашалась расторгнуть брак. Поэтому этот союз тоже не принес ничего хорошего Мерсье, кроме боли и разочарования. В 1996 году ее ждала еще одна трагедия.
Практически все деньги, которые она заработала за всю жизнь, были вложены в издательство. Мужчина, который стал ее партнером и уговорил заняться этой деятельностью, оказался мошенником. Потеряв около полумиллиона долларов, Мишель Мерсье сегодня живет одна в очень маленьком доме на окраине Канн. По признанию актрисы, мужчины сильно изменили ее жизнь, но не в лучшую сторону. Однако она старается не держать ни на кого зла. «Мой последний мужчина был итальянским принцем. Я уехала с ним в Италию, где мы должны были обвенчаться. Но он вдруг резко переменился и порвал со мной. Так что ничего хорошего от мужчин я не видела. А в какой-то момент я решила, что лучше быть одной», – заметила актриса. Несколько лет назад ей предложили сняться в продолжении «Анжелики», но съемки так и не начались. Сейчас Мишель Мерсье по-прежнему выглядит привлекательно, хотя признается, что никогда не сидела на диетах, а за лицом и телом не следила так, как это делают многие женщины. В 2016 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. «Сначала я подумала, что это слишком тяжелое испытание, но потом я проявила характер, потому что есть люди, которые работали на меня 20 лет, и от которых я не могу уйти. Чувствуешь себя как дикий зверь, обреченный проводить жизнь в глухой чаще. Некоторые люди плачут, когда узнают о таком диагнозе. Но я остаюсь стоиком, как и всегда. С тех пор я сказала себе: я делаю, что хочу».